пепел Второй мировой. 9 декабря 2019 года, 17.53. Александр Сосновский, главный редактор немецкого журнала World Economy, публицист, писатель. Как бы хотели некоторые страны стряхнуть с мундиров своих дедов пепел жертв Второй мировой, переписать историю, надеть незаслуженные ордена и медали и превратиться из пособников нацистов в их победителей если им такую возможность дать, они оскорбительно поставят в один ряд Третий рейх и СССР, Гитлера и Сталина. Именно о такой опасности заявили главы МИД 11 стран мира, включая Россию и Сербию, потребовав сохранить и не искажать историческую правду о Второй мировой войне. Также по теме. МИД 11 стран выступили против искажения итогов Второй мировой войны главы МИД России, Азербайджана, Армении, Белоруссии. Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Относительно недавно довелось мне вести в Вильнюсе долгий разговор с редактором одной из литовских газет явно праворадикального толка. Редактор, для которого я был представителем, разумеется, немецких СМИ, интересовался шансами правых получить власть. В конце беседы он, явно желая польстить немцу, снял куртку, под которой оказалась футболка с эмблемой легиона Вафин СС. Это не феномен Литвы. Это образ жизни всех прибалтийских стран, которые еще сравнительно недавно считались самыми советскими из советских. Ныне они борцы передового фронта за чистоту расы. Нет, не преувеличиваю, все последние годы эти три прибалтийские страны возглавляют передовой отряд за переписывание истории. Это для них эсэсовец лучше красноармейца, Гитлер лучше Сталина а русский язык – это язык агрессора. Поэтому они мужественно борются с памятниками советскому солдату, искореняют русский язык, объявляют Россию противником, ставят памятники нацистам, платят пенсию ветеранам СС, разрешают продажу нацистской литературы. Это часть жизни и идентичности тех, кто сегодня любит кричать с любой трибуны, как Сталин поработил всю Европу. Знаете, как опознать современного неонациста, для которого Гитлер – почти герой. Он всегда для собственного алиби станет рассказывать, что его лучший друг – еврей. Путин назвал верхом цинизма заявление о развязывании Сталиным войны говорить о том, что советский лидер Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. Это верх цинизма, заявил президент России. Русские – агрессоры, русский язык вражеский, во Второй мировой, точнее, в Отечественной, главную победную роль сыграли украинцы. Вы помните, Украинский фронт брал Берлин, а он у похрабро билась против Гитлера и Сталина. Насчет Украинского фронта хотелось бы задать очень скользкий вопрос. Если националисты утверждают, что Красная Армия ни при чем, а Берлин брал Украинский фронт, как быть с мифом про миллионы изнасилованных немок? Кто их насиловал в этом случае? Был я не один раз в концлагере Заксенхаузен, где некоторое время содержали Степана Бандеру. Об этом периоде переписчики истории с Украины рассказывают как о геройском. Сидел он, однако, отдельно от других, в просторной камере, практически с удобствами. На работу Бандера не ходил, кормили его трижды в день и, сидя в лагере, он сохранял полную возможность связи и управления своими бандами, которые в полицейских повязках грабили и убивали мирное население своей же Украины. Французский телеканал Арти снял неплохой фильм об этом эпизоде, а также о том, как на Украине чтут ветеранов дивизии Галичина. Вот только показали фильм всего один раз и затем быстро убрали в архивы. Немецкие СМИ соревнуются в скорости создания фейков о Второй мировой Die Welt, Deutsche Welt. Старательно вдалбливают, что не было побед Красной Армии, что были две тоталитарные машины, Третий Рейх и СССР, что Сталин уничтожил больше людей, чем Гитлер. Кстати, а почему бы им не писать так, если один из самых известных российских журналистов, Алексей Венедиктов, в своем выступлении открыто говорит, что СССР был виновен в развязывании войны не менее, чем Германия. Владимир Познер, не смущаясь, заявляет, что мог бы повесить у себя дома акварели художника-любителя по фамилии Шикль Грубер. Эти люди равно также отрабатывают свою версию Второй мировой, как это делал литовец с Майкой Вафин СС. Не знаю, чей пепел из какого мундира они стряхивают. Но очень хочется чтобы и в их сердце постучал пепел жертв Второй мировой. Может, услышат? Очень надеюсь. Украинская повстанческая армия, УПА, украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России, решение Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.